Другая игра, о которой сегодня пойдет речь, называется «Вангеры». Коротко и неясно. Когда-то давно, когда слово «консенсус» воспринималось как иностранное ругательство, была в моде поговорка «У нас так не могут». Применять ее было нужно при виде вещей заграничного производства. Игра, которую я сегодня хочу представить вашему вниманию, в очередной раз доказывает, что наши могут, причем иногда могут гораздо круче, чем западные. Все, начиная с сюжета игры и кончая интерфейсом, который чем-то напоминает клипы Питера Габриэля, выполнены более чем оригинально. Например, сюжет. Если мы вспомним последние заграничные хитовые разработки, то увидим, что в основной своей массе все они придерживаются одной накатанной тропинки. На Земле прекратились войны, наступила пора всеобщего благоденствия, и тут на Землю напали злобные пришельцы. Другой вариант. Люди начали расселяться в космосе, все было хорошо, и тут на них напали злобные пришельцы. И, наконец, люди стали расселяться, помирились со всей галактикой, но тут откуда-то взялись злобные пришельцы и, естественно, опять напали. Действие же игры «Вангеры» разворачивается в параллельном мире, через 100 лет после того, как человечество научилось открывать коридоры в эти параллельные миры. Не буду останавливаться подробно на всех тонкостях, скажу только, что венцом такого безрассудного вторжения в миры иные стала стычка с так называемой расой криспоидов, которые по организации своего общества очень напоминали муравьев. В результате всех перипетий образовался так называемый субсуществ – мир мутантов, образовавшийся в результате генетической войны. Именно в таком мире и приходится жить и выживать вашему герою. Вангеры – это особый вид странствующих охотников, тех, кто решается выходить на поверхность. Основной вашей задачей будет доставка различных ценных грузов в различные точки. Доставлять грузы вы будете, используя мехас. Так в супе существ именуют автомобили. Как положено по законам жанра, ваш мехас вначале будет обладать небольшим боевым потенциалом и грузовым отсеком. Опять-таки небольшим. За каждое выполненное задание вас ждет награда в виде определенного количества бибов. Так зовут деньги. Задания вам даются в виде табутаска. Табутаском называется неприличного вида капсула, которая открывается, как только вы выходите на поверхность, и знакомит вас с заданием. Выполненный табутаск нужно доставить на место и обменять его на гонорар. Самым почетным заданием в первом мире считается транспортировка элика, маленького слабого червячка, которого нужно доставить по назначению. Если вы прибудете первым, вас ждет много бибов. Позднее вы сможете купить новый, более мощный мехас и проникать под землю за нюхой. Кроме вас, на поверхности супа существ есть и другие ловцы удачи. Из них можно выбивать различные трофеи. Если ваши наставники будут удовлетворены вашей службой, вам дадут ключ от коридора в другой мир. Что вас ждет там, неизвестно никому, однако это делает игру еще более интересной. Говорить об игре «Вангеры» можно долго. К сожалению, мы ограничены рамками передачи, поэтому я вынужден прерваться. Рекомендую прочесть файл под названием «Информация», который устанавливается вместе с игрой. В нем даны ответы на многие вопросы, которые у вас обязательно возникнут. Я же прощаюсь с вами, желаю вам успешных странствий по потерянной цепи мира.